Начну вот с этой цены. Сейчас посмотрим, что тут есть. Мультифлоры. Такая темная. Сегодня поснимаю со звуком. Пошуршу немножко. Целлофаном. Давно я этого не сделала. Не откажу сегодня себе в этом. Мукола. Вчера девочки в чат скидывали, что мукола крупная. Она действительно крупная. Хорошая, прям хорошая корневая. И у муколы, как показать, листьев краб. Не видно. Сейчас. Вот так. Тут уже, конечно, сильно все подвыбрали, потому что завоз был вчера. Я вчера и так успела и в экофлору, естественно, и в обе. Так, а тут цена вот. Бутоны сушит. Их несколько штук. Вот это хочется показать. Плохо снимать, конечно, когда вот так битком стоят орхидеи. Открывается. Очень-очень темная такая эффектная дама. Интересно, прям орхидея. Так, вытащить не могу, не получается. Секунду. 633. Корни хорошие. Magic Card тоже, наверное, у всех она есть. Поэтому вот так стоит. Ну и фронечка стала наряду, наверное, с белыми орхидеями. Здесь во всех завозах, во всех сетевых магазинах темные. И с корнями все неплохо. Вот это вот что-то тоже, мне кажется, сортовое интересное. Островок небольшой, цена заманчивая для новичков, самое то начинать учиться на недорогих орхидейках. Вот я в Леруа Мерлен, и вот что привезли. Вот здесь, на этом тролле немножко.
здесь. И вот здесь. Эти кадры сняла Галина в Новосибирске. Я ее попросила, и, если честно, не ожидала, что она это сделает. Галина, спасибо вам огромное. Я прогулялась по Новосибирску, по Леруа Мерлен. И приглашаю вас тоже посмотреть. Очень интересно. И сразу вспомнилась, как делала первые обзоры я. Как волновалась, как руки тряслись, и казалось, что все на меня смотрят. Это сейчас стало обыденным, что кто-то приходит, снимает. В общем, Галина, спасибо вам огромное. Все посмотрим. Галина тоже у нас в чате, она покупает с нами вместе редкие орхидеи, согласно все то, что привозит Леруа Мерлен. Это восхитительно, красиво, но у нас это есть. Спасибо еще раз. А вас приглашаю вернуться в Омск. Начинается отопительный сезон, и, конечно же, сразу привлек мое внимание, мимо бежала на входе их тут много, несколько штук стоит. Все усиленно увлажняют воздух. Сейчас будет отопление, будет дома сухо. Вот такой порог. Мне вот этот больше всего чисто по дизайну понравился. Ну а тут, конечно, такой милый прям. Даже можно сказать, смешнючий.